Офисный сотрудник Фарида Харитонова живет в одном из спальных районов города. На работу в историческую часть Самары добирается на трамвае. С недавних пор проездной билет стал намного дешевле. Благодаря новой банковской карте жители Самарской области, объединяющие в себе несколько полезных функций. Если я раньше тратила там сумму около 5000 в месяц на проезд, то сейчас трачу намного меньше. Именно с этой карты это очень удобно. Никита Послушаев, персональный менеджер, весь день в разъездах, чтобы не искать парковок, для удобства пересел из автомобиля на общественный транспорт. Семья уже моя вся точно так же выпустила карту, пока ждем оформления, потому что недавно запустилась. Карта жителей Самарской области объединяет сразу несколько документов. Медицинский полис, электронный кошелек, на нее можно перечислить зарплату и использовать в транспорте для оплаты проезда. В метро, так и в автобусах, троллейбусах, трамваях от суммы 29 рублей. То есть как при оплате банковской карты, так и стандартной транспортной карты. На чеке будет показано, что 29 рублей. Чуть позже вам придет уведомление о списании с вашего счета 21 рубля. Акции действуют до конца года в Жигулевске, Тольятти, Сызрани и Самаре. Выигрывают все – и пассажиры, и транспортные предприятия. Транспортное предприятие как работало, так и работает. Какой объем выручки оно получало, такой и получает. Вот выгода, она направлена именно на пассажира, на привлечение внимания к такому способу оплаты, как безналичный расчет, и именно с использованием карты МИР. Мы всегда прислушиваемся к нашим пассажирам, они обращаются в соцсетях и на горячую линию общественного транспорта. Мы совместно все работаем со всеми перевозчиками, операторами и слышим наших пассажиров, и поэтому приятные бонусы такие предоставляем. Увеличение пассажиропотока и, как следствие, увеличение выручки и доходности предприятия. Полностью нам это все компенсирует также оператор транспортный города Самара, а ему, в свою очередь, компенсирует национальный этот платежный оператор. Карту жителя Самарской области может получить в одном из федеральных банков любой человек старше 18 лет. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.